17 часов 57 минут на пожарно-спасательной части города Сарапова. Пожарная часть номер 13. Поступило сообщение о пожаре, что горят надгородные постройки и загорелся дом по адресу Кубышева, 22. Были направлены силы средства по автоматическому вызову номер 2 к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Надгородные постройки горели открытым пламенем по всей площади. Огонь распространился на соседний барак, расположенный в 10 метрах. Горела кровля, и огонь ушел на второй этаж. Жители барака эвакуировались самостоятельно. Один из бараков уничтожен. Второй, соседний барак с другой противоположной стороны, значит, пострадали 4 квартиры из 8. В 20 часов 33 минуты была передана ликвидация открытого горения. Благодаря слаженным действиям личного состава подразделения пожарной охраны удалось защитить надворные постройки соседних строений, жилой восьмиквартирный деревянный барак